обрабатываю трубочки я сейчас вот такой, вот таким лаком. Я его практически не развожу, потому что он жиденький. А раньше обрабатывала вот таким. То есть он практически одинаковый, только вот пропиточный антисептический, а здесь для наружных и внутренних. Я беру бесцветный лак, глянцевый мне нравится. То есть вот разница вот в этом. Обрабатываю так же, как всегда, через пакет.